сел с учениками у костра в час обеда посредине дня. И спросил он трижды у Петра: «Симон, Петр, ты любишь ли меня?» И тот час маслины дрогнул куст, море густо заблистало синь, и у ветра вздох сорвался с уст, словно Иисус у них спросил. И ответил трижды ученик: «Господи, люблю!» Сквозь времена голос Божий в меня проник, знает все Господь и про меня. И не трижды, ныне в каждом дне задается вдруг его вопрос, словно сомневается во мне, бесконечный, любящий Христос. Да, губил я душу за гроши, и как в грязь в мирскую падал страсть, и не трижды в жизни согрешил, но не дал Спаситель мне пропасть, дал мне веру, разум мой потряс, гибую исправил колею, и твержу ему я каждый раз, день встречая: «Господи, люблю!»